Я как раз ищу, я нуждаюсь в талантливых детях. И еще могу сказать такой момент. В программе участвует Даша Волосевич. Эта девочка живет 5 часов езды от Москвы. Она поет песню «Кукушка». Ну, наверняка, может быть, вы видели черно-белый клип, набрал 10 миллионов в YouTube. Была такая замечательная история. У меня мы как бы работаем с ребятами из «Голоса дети». И ко мне пришла девочка. Она абсолютно вот девочка с улицы. Пришла на прослушивание, ей было тогда 12 лет. Она не прошла на «Голос», очень расстроилась. И чтобы ее как-то поддержать, ну, она долго ходила, говорит, возьмите меня. Я говорю, Даша, такая крупная, вот как на 12 лет, ты уже такая взрослая, я с детьми работаю. Но она говорит, я буду ездить. Я говорю, а ты откуда? Вот я живу 5 часов. Я говорю, Даша, это невозможно. Я буду каждый выходной приезжать. Действительно, ребенок 5 часов туда и 5 часов обратно проделывает каждую неделю такой путь. И произошло реально чудо. То есть вот так с легкой руки, где расстроилась девочка, мы решили снять ролик. Причем снималось это в таких военно-полевых условиях, по секрету первым рассказываю, никто об этом не знает. Снимали в поле буквально там за несколько часов, село солнце, оператор мне говорит, Татьяна, снимать невозможно, складываем аппаратуру, уезжаем. Я говорю, нет, ей 5 часов ехать домой, а солнце село, темно. И здесь пришла такая гениальная идея, говорю, так, папа, вырубайте фары от машин, будем снимать на фоне пляжа. Каждый день 800 тысяч просмотров, и нам пишут, просто пишет вся страна. Я поняла, что эффект Джастина Бибера существует в России. Не обязательно участвовать в каких-то мега там телевизионных проектах. Если ты талантлив, если с тобой работают грамотные наставники и грамотные люди тебя окружают, возможно все. И мне посчастливилось на данный момент в то же самое время встретить замечательных просто партнеров. Они нас нашли в интернете, сказали, Татьяна, вот такая движуха, и хотели бы вы, хотели. И, конечно, так мы существовали сами на своей платформе, а здесь появился мощный двигатель, который все, что мы придумываем, ищем биберов, все это могут вывести на очень большой профессиональный уровень. Поэтому такая цепочка там 5-7 рукопожатий, когда мы друг другу помогаем. Ребенок загрузился, тут же мы заметили, тут же я попросила, там, Катя, а можно? Можно. То есть еще преимущество наше о том, что наши партнеры настолько открыты, одержимы и лояльны, что любые наши идеи они готовы поддерживать. Солнце мое.